Здравствуйте, меня зовут Решетняк Иван, я актер театра «Цех». Я спою песню Владимира Высоцкого «Баллада о детстве». Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и родился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные. Когда срока огромные, брели в этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милые, слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлице, но родился и жил я и выжил. Дом на Первом Мещанской в конце, там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили скромно, вровень так. Система коридорная на 38 комнаток, всего одна уборная. Здесь зуб на зуб не попадал, не грело тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил. И как малая фронту подмога, мой песок и дрявый кувшин. И било солнце в три ручья сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кирилыча и Кисю Моисеевну. Она ему, как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал не забыт, не заброшен, и дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гоню, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна Лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, протом протрезвели, и отплакали те, кто дождались. Не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витьки с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ, мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем из коридора нашего в тюремный коридор ушел, да он всегда был спорщиком. Припрут в стене откажется, прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы вполне самостоятельно. Все от нас, да почти годовалых, толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле, в ремеслухе живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. А они воткнутся в легкие от никотина, черные по рукоятке легкие, трехцветные наборные вели дела.
дела отменные. Сопливые острожники, настройки, немцы пленные. На хлеб меняли ножики, затем играли в фантики, в пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы. Было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров, да бедовых широт разбрелись, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Спасибо.